Ну что, господа отдыхающие, вот такое вот свинство остается после вас. Как у паровоза таких. Вот это мы, ребят, волну поймали. Смотрите, у нас затоп тут какой. Так, ребятки, всем доброе утро. Ну что, у нас вроде ночевка прошла прекрасно, но у нас есть случилось микро-ЧП. Мы быстрее мидий наедимся, чем судаков. Она причем, видишь, закрылась. Капсула времени, она герметична. Внутри лежит наша визитка и написан код. Народ, всем привет! Ну что, мы сбрасываем головастика крайний раз в этом году. Осталось 3-4 последних теплых летних денька. Мишани в этот раз не будет. Будет опять семейство все. Будем отдыхать семейством. Попробуем все-таки в этом году поймать судака. Поймать и съесть. Ну что, господа отдыхающие, вот такое вот свинство остается после вас. И каждый раз это убирается, и каждый раз остается. Чего вы себя как животные-то ведете? Вы же все приезжаете на машинах. Неужели трудно с собой мусорный мешок взять и вывести за собой хотя бы срачник? В этом году у нас досталось винту. Прошлый год он был целый новый. В этом году ему хорошенько досталось. А все потому, что два раза я зеванул и поймал меляки. В общем, по своей глупости. Ничего случайного там не произошло. В общем, вот так вот. Будем сбрасываться. Хорош. Садьте, садьте. Ну вот и все, ребята, сбросили лодку. Сейчас буду запускать, проверять системы и ждать семейства. Они скоро уже подъедут. Гергерыч очень хочет на лодке покататься, еще разок покупаться. Правда, я ему не взял буксировщик, забыл. Он расстроится. Ну, ничего страшного. Так, ребятки, мы сбросились. Ну, что я вам скажу? Фу, отломался замок у двери. Ну, ладно, переживем как-нибудь. А тут у нас из происшествий вода 21 градус. Походу фиг мы покупаемся. Хотя здесь она попрохладнее, конечно, очень. Но будет видно, в общем, как-то не очень будет купаться, наверное. Посмотрим. Сейчас поднимем мачту, проведем последние вот, ну, подготовочки какие-то, прокачаем насосы, все помпы, все системы, чтобы работали. Проверим и будем выходить. Ну, вот такая у нас красивая дверь теперь будет постоянно, причем. Клей я не взял. Ну, я думаю, этой зимой мы чуть-чуть переделаем, что-то подшаманим все-таки. У нас есть несколько наметок. Это поставить большой генератор автомобильный на маленький мотор. С помощью жуков гаража мы это сделаем. Пока с вами заболтался, чуть или дерево тут уже пониже стало, или я чуть в него не въехал. Ладно, буду швартоваться. Ну вот, приехало семейство, чего надо говорить? Всем привет! Аккуратно на столе. Оу. Сейчас свалишься. Всем привет! О, всем привет! А мы сейчас пойдем и поймаем рыбу. А то фига, мы в этом году вообще ни одной рыбы не поймали. Тоже у меня какой-то аммональный год. Ну вот, все приготовления закончены. И мы будем отходить от пристани, да, Герыч? Да. Герыч у нас с соплями. Устали мы в водоизмещающем режиме ходить, будем глиссировать.
4000 оборотов, да, он удочка дикая съела. 4000 оборотов, 43-44 км в час. Вот сейчас повороты просто закладываем, скорость падает. Расход 40 до 45 литров в час. В среднем 1 километр на литре можем пройти топливо. Супер теплая вода, 21 градус. Давай, давай, иди. Давайте плывите. Все, чижики-пыжики поплыли. А это ветром разворачивает. Ну, я вам скажу, ребята, нифига не жарко. Ярдяри, не цепляйся! Не цепляйся на меня! Я же умею плавать! Мама у нас не умеет плавать, поэтому в жилете плавает, а Гера за компанию. В жилете нырять собрался, да? Педальки еще крути. Не, у меня такие, как у паровоза, такие. Булугур будешь кушать? Да? Так, ребята, мы по яхтенному сервировали стол. Видите, расставили салфеточки у нас тут. Приборы. Приборчики, да. Вот миска для подогретого мяса. Бокалы. Бокалы, да. Солонки есть. Гера, кушай нормально. Есть фарфоровая тарелка керамическая, одна штука. Титановые ложки 3 штуки. Ну, ребят, лень просто нам уже. Кушать очень хотим. Сварили булгурчика быстренько и вот сейчас покушаем. Вечером закатим пир. Тем более у нас повод есть, мы вам потом расскажем. Начинаем рыбалку. Вдруг нам все-таки повезет в этот раз. И мы поймаем какую-нибудь рыбу. Представляешь, на море вот так вот постоянно болтает. Да. Чехов, поднагнал ты нам волнишки. На, это большой. Господи. Вот это мы, ребят, волну поймали. Смотрите, у нас затоп тут какой. Вообще капец. Люк не закрыт был, чуть через палубу не перелилось. Сейчас в сток уйдет вода, все. Капец, конечно. Вон та яхта прошла, вот она нам устроила вон поток. Старпом, докладывайте, как обстановка? Солнышко светит в глаз. Солнце в глаз светит, а рыба есть? Нету. Рыбы нету, ловите, плохо ловите, без ужина будете. Дайте мне сачок, я сачком буду черпать. Этих селитерчиков, да? Да. Себе на ужин хотя бы наловлю. Вот у нас самый главный моряк занят делом, драет палубу, да? Герасим Кайфажоркин. Скоро будет вечер. Как мы ни стараемся, крокодил не ловится. Они мокрые. Вдруг нет. Там может быть рыбась. Да ничего там нет. Ничего там нету, да, мусор, наверное, попался. Ну что, Герыч рисует каких-то крокозябров. Герыч, кто это? Черный. Хан?
Ты чё? Кот черный. Нет, это еще без башки. А, это человек, я думаю, это собака какая-то. А, это черный. Герыч рисует у нас этих всяких. Вот этого рисуешь, что ли? Да. Ты что, не знаешь, кто это? Нет. Черная пантера. А, точно. Так. Всё, надо, ребят, изучать всех супергероев. И мы идем в какой-нибудь заливчик зайдем. Наверное, зарослять это за остров. Зайдем, чтобы нас волнами ночью не шатало. Будем отмечать события, которые мы вам позже чуть-чуть расскажем, что у нас за события. Но повод есть. Ну все, вот мы встали в такую заводь, да. Ну, чтобы судового хода волны не было, не мешало нам спать. Вот так вот все выглядит. Так, ребят, Герыч у нас истребовал спецменю. Гребешков он есть не хочет. Если мы будем жарить гребешков, вот Герычу делаем лепешку. Для этого я ему жарю вот такую вот вкусную яичницу. Сыр. В очередной раз нас спасает гриль. Вот такую мы красотищу слепили. Сейчас еще сделаем гребешков себе. Я посолил коврик антипригарный. Чем коврик хорош, тем, что просто берем салфеточкой протерли, и он уже готов для следующего блюда. Герыч у нас кушает вот такие вкусные лепешки. Это как лепешки. Пиццы. Пиццы закрытые. Кстати, да. Да, смотри, он с яйцом вкусный. А что там, яйцо? Что, Гера не доест, то папа доест. А что там еще, яйцо? Яйцо, сыр и лепешка. Мясо пожалел? Я забыл. О, мы вам хотели, кстати, секрет один рассказать, что у нас сегодня за праздник такой. Рассказывай, Герыч, что у тебя за праздник? Я сегодня. Так когда рассказываешь, не жуй. Я понимаю. Давай, что рассказывай. Вкусно. Быстро. Быстро говори. Я сегодня пошел в школу плавания. Ну вот, какую школу? Плавание. Ну, плавание, а какой команды? Динамо. Да, Герыч у нас сегодня пошел в школу плавания, был зачислен в школу плавания от Динамо. Герыч у нас уже плавает с полугода, наверное, да? С полгода же он где-то плавает? Да. Да, в бассейн мы его первый раз как макнули, и вот он все время у нас ходил. Сейчас проплывает уже сколько? Километр. Километр, да, за тренировку проплывает. Короче, владеет какими-то там самыми... Мы ничего в этом не понимаем. Техниками, да, плавание там на вдохе, на выдохе два раза, блин, прочее. Да, мы ничего в этом не понимаем, говорят, что здорово для его возраста. Так что вот такой вот у нас сегодня повод отметить, а отмечать мы будем вот такими вкусными гребешками. Я не знаю, не то, что очень вкусно, я уже, пожалуй. Наелась уже, да? У нас еще арбуз лежит, надо будет растрепать. Да-да-да. Хотите вкусно готовить на природе, дома, в городском парке? Вам нужен мобильный газовый гриль «Огрил». С ним вы станете точкой притяжения в любом месте. Проверено нами и временем. Скидка для подписчиков по коду Герасим Шер. Ссылка в описании. Так, ребятки, всем доброе утро. Ну что, у нас вроде ночевка прошла прекрасно, но у нас и случилось микро-ЧП. У нас Герыч заболел. Кашляет, горло у него болит, он конфетками лечится, лежит. И придется нам, наверное, ехать домой, потому что, ну и погода не располагает, как бы. Вот вчера мы захватили последний крайний денек солнечный. Закрыли сезон, и сегодня будем поднимать головастика, уже вести его домой. Все. Закрыли сезон, накупались до соплей. Да. Приготовили вот такую вкусную яичницу с индейкой и сыром. Пьем кефирчик. И с хорошим настроением будем возвращаться домой сегодня. Сегодня приедет Мишаня с Рашидом. Будем поднимать и вести уже головастика домой совсем. Так, осваиваем джик. А кто там? О, ударил кто-то? Вроде да. Мог.
Да ну жди вот теперь как он. О, охота открылась. Стрельба идет вовсю. Ну что, ребят, у нас судачка здесь нету. Сейчас поедем поищем. Походим, посмотрим сначала эхолотом, где что есть там. А потом будем ловить. Гергерыч ловит. Пока мы ее ловим, а она не ловится. Вернее, не особо ловится. А, да. Мидию поймал. О, ребят, добыча. О! Мы быстрее мидии наедимся, чем судаков. Она причем, видишь, закрылась. В нее попала, и она чик, захлопнула. Так, ребята, времени уже 2 часа, в 3 у нас подъем назначен. А мы что-то загулялись, засиделись. Ой. Вот это я вытащил. Уже опаздываем. А мне еще надо вам капсулу заложить. Сейчас я вам чуть-чуть позже расскажу, что это такое. Все, быстренько идем до капсулы времени. Закладываем ее. И на базу. Вот створный знак в устье медведицы. Чайчи. Ласточкин берег. Или стрижи здесь живут, или ласточки. Кто-то живет. Лисы к ним прибегают, вон, шкрябают тут. Тихонько сидят, не слышно их. Вот я выберусь к створному знаку. Попробуем вот такую практику. Смотрите, вот это будет у нас капсула, капсула времени, она герметична. Внутри лежит наша визитка и написан код, сообщив который, связавшись там, есть электронная почта, есть мой телефон указан, связавшись по которому вы сможете, либо ВКонтакте нам напишите, вы сможете сообщить код и получить приз. А сейчас я где-нибудь ее... Ну, спрячу на примерном месте. Давайте вот, вот у одной из ног створного знака этого. Вот смотрите, тихонько. Вот под эту ногу. Вот сюда кладу капсулу. Видели, да? Можете, кстати, что-нибудь, если первый достанете, это можете оставить какой-то подарок для следующего человека, который придет и захочет получить нашу капсулу. Что-нибудь оставьте, можете в капсуле оставить, в этой же,
Куин записочку. Ну, будет приятно. Например, попробуй в следующий раз. Тебе обязательно повезет. Забыл телефон, сейчас сделаю для Инстаграма несколько фоток. Риш! Ну все, ребят, вы теперь знаете, где капсула лежит. Наверное, когда я опубликую это видео, уже будет не столько много лодок. И, наверное, надо будет за ней специально ехать. Но я думаю, оно будет того стоить. А мы домой. Пытаемся задним ходом теперь стронуться с мели, на которую залезли. Вымываем. Все, из плена вырвались. Вот, ребят, створный знак. Это устье медведицы. Вот у медведицы уже. Вот там. И створный знак. В принципе, кто здесь бывает, все знают. Так что... есть хороший шанс получить от нас хороший приз. И так мы будем делать, наверное, в каждом каком-то значительном походе. Это вот у меня пробный вариант. Попробовал, как это пойдет, понравится вам, не понравится. Я думаю, спонсоры капсулы времени пойдут на это с большим удовольствием. А мы домой. Ребята, банда наша разбежалась. Гергерыч ушел. Женуля тоже ушла. И мы готовы к поднятию лодки на сезон зимний.
на хранение, поедет она в гараж. Вот чем мне нравятся лодки транспортные, ну, в транспортном габарите, что ты ее спокойненько поднял, поставил в гараж, год она будет стоять, два, три, не надо за это платить, никакое хранение, никакой ангар, ничего не нужно делать. Все, у тебя стоит и стоит лодка, и ничего ей не делается абсолютно. Жуков гараж. Ведущий тюнинг-ателье по вездеходам Шерп и не только. Ждет вас и вашего любимца на глубокий тюнинг. Десятки собственных разработок и улучшений. Оригинальные детали и качественное оборудование. Мы первые, кто сделал Шерп лучше. Подписчикам канала скидка. Герычем сейчас видели вот такую маленькую щуку. Щуренок стоял над кувшинкой, над листом кувшинки. Все? Ну что, Мишаня, поздравляю с закрытием сезона. Ура! Как-то ты не радостно. Потому что он не успел последний раз кататься, да? Ну, что сделаешь? Хочешь, могу тебя последний раз искупать. Я просто крайний. Все, ребят, крайнее поднимание в этом году. Раз что-то было. Да, прошлый раз не было. На этот раз, наверное, воду плели. Можно чуть, можно прям чуть-чуть он. Коснулся. А чуть-чуть не получится. Как, коснул, нормально. Коснулся. Все, сейчас. Все, все, когда нормально. Едете, нормально, да? Он прижмется. Ну, поехали. Так, ну что ж, народ, мы благополучно добрались до места зимовки. Балавасика. Сейчас будем убирать его. Точнее, не убирать, а готовить его. К химчистке завтрашней. Будем, так сказать, его позиционировать в пространстве. При помощи этого маленького, но замечательного трактора. Ну все, сезон считаю официально закрытым. Лодка на приколе.
Ее ждет уборка, помывка и уходит в гараж. Вот опять синий гном нам пригодился. Как бы вот на таком пятачке все это разворачивать, конечно, без синего гнома грустно. Все, ребятки, головастик уходит до следующего года в спячку. Пока, головастик.